Дорогой мой маэстро Фабичка, чудесный мой золотой, замечательный человек, я поздравляю тебя с этим проходным юбилеем. Я всегда, когда думаю о тебе, вспоминаю рязановский фильм «Приключения итальянцев в России». И я не знаю более выдающегося итальянца, который за эти 20 лет сделал такую потрясающую карьеру здесь. Абсолютно по праву я восхищаюсь твоим талантом, твоей энергией, твоим упорством и твоим желанием постигать новые вершины. Желаю тебе от души здоровья, мой дорогой, и твоей семье мира и счастья. Очень тебя люблю. Всего тебе самого доброго, мой друг. С днем рождения.